Канадская компания Rochal производит 9 бронемашин «Сенатор» в день, 7 дней в неделю. Об этом заявил генеральный директор компании Роман Шимонов во время выставки MSPO-2024. Что нас отличает, так это возможность сделать много машин за короткий промежуток времени. Машины имеют и предлагают такой же уровень защиты, как и более дорогие авто. Но вместе с тем мы имеем возможность сделать их значительно быстрее. Поэтому по состоянию на сегодня мы производим 9 машин в день, 7 дней в неделю, рассказал он. Шимонов также сообщил, что компания находится на финальных стадиях локализации производства в Украине. Компания уже нашла место, которое не раскрывается по причинам безопасности. Также к производству в Украине планируется привлечь часть из 200 украинских беженцев, которые сейчас работают в Канаде на заводе Rochal. Роман Шимонов также отметил, что речь не идет о простой крупноузловой сборке, а о полном цикле производства в Украине. Впервые о планах по локализации производства Rochal Senator стало известно в мае 2024 года. Тогда об этом заявил гендиректор компании Роман Шимонов. «Мы на завершающей стадии планирования локализации части нашего производства в Украине», — рассказал он. А уже в июне генеральный директор сообщил, что решение об открытии предприятия в Украине уже принято, и что компания рассчитывает инвестировать десятки миллионов долларов и создать сотни новых рабочих мест. Завод будет ориентирован как на украинский, так и на европейский рынок. Украина имеет мощную инфраструктуру, которая осталась с распада СССР, и не вся она используется эффективно. У вас есть дешевое электричество, рабочая сила, производственные цепи, которые сейчас выстраиваются. Много людей с высшим образованием. Набирая украинцев на работу, мы видим большую разницу, по сравнению с выходцами из других регионов, где нет культуры производства, отметил тогда Шимонов.